Сергеевич пришел, говорит, мне это очень вдохновляет. Жажда к приключениям, к познаниям, как к неизведанным. Я же всю жизнь к этому шел. Есть кого брать пример, мужество, отваги. Выше не поднимайся, ты просто упадешь камнем вниз. Круто сделано, и графика крутая. Это такое полотно масштабное. У тебя впереди грозовой фронт, ты идешь прямо на него. В таком восторге, просто на одном дыхании. Я лечу, куда дует ветер. Он же повелитель ветра, повелитель стихий. Чего тебе надо? Весь зал ахает, охает и сердце ёкает. Мы все с ним, потому что он один такой. Извини, без цветов. Переживания, эмоции. Вот это настоящее кино. Повелитель ветра. Каждый раз я плачу. Это очень тяжело вспоминать. Зашла в свой дом, села в прихожей на полу и сказала, я останусь здесь. Военных надо было поставить в курс, что там просто-напросто погибают животные. Очень сильно обстреливался Донец. Но мы решили назло свадьбе быть. Главное, что мы вместе. Наши. Наши своих не бросают. С понедельника по четверг в 15:00 на канале «Россия». Это когда смотришь в одном направлении. Смотри. 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 Хочешь посмотреть? Смотрите. Давай посмотрим. Смотри. Ну, посмотри на экран. Смотри у меня. Внимательно смотри. Смотрим. Соглашение подпиши. Мы подписываем одновременно на раз, два, три. Подписываемся и смотрим. Смотрим. Может, поедем ко мне? Просто посмотрим кино. Всем добрый вечер! В эфире «Привет, Андрей!» Сегодня в этой студии «Песни без границ», «Вечер дружбы» и сейчас на нашей музыкальной карте мы приветствуем Беларусь, Алина Чижик! Вижу, дорогие, что все привозят с собой частичку своей страны. Ну и как же хлебосоль на Беларусь без каравая? По-перше, дороженьки, вітаю усіх вас! Вау! Панськими булками і хлебом з солью! Ну давайте, з краю, чтобы такую красоту не портить. А ви заметьте, батькова булка і привет, Андрей! С любов'ю із Беларусі! Так так же і пісня зараз буде називатися. Іменно так. Тогда... Добро питу і святла усіх вам, дороженьки, я! Ну и песня про хлеб, про белорусский каравай, батькова булка. Коли ранок настає, мати завихається, і по хаті пах іде, а брус розстилається. Весело за стол, уся сім'я сядає, білоруси мир несуть, уся земля співає. Батькова булка, смачна і гулка, свята іде, хліб на столі. Батькова булка, смачна і гулка, свята іде, хліб на столі. Батька лусту подає, мати скипку мажа, а край смак який кожен гость вам скаже. Добробиту і святла, розстилай обруси, світлих дзьон вам ішнього, братки білоруси. Батькова булка, смачна і гулка, свята іде, хліб на столі. Хлеб на столе. У позолоте от жнива нюкай завихнется, Беларусь моя краса, зернем приберется, щирых сердца у наших рук. Песен звонкий голос, працавитых наших рук, хлеб и сноп и голос. Батькова булка, смачна и гулка, свята
пироженьки, спеваем усе разом. Батькова булка, три, чотири, ви. Батькова булка, смачна гулка, свята іде. Хліб на столе, ви. Батькова булка, смачна гулка, свята іде. Хліб на столе. Область Беларуси. И, конечно же, мне хочется сделать сюрприз для всех гостей, потому что наша Беларусь гостеприимная, щедрая, хлебосольная. Разрешите мне каждому из вас вручить пряник от наших гродненских пекарей с краевидами нашей мястины, нашего Гродно. То есть мне пряник, привет, Андрей. Самый большой. Посидели еще немножко. Спасибо большое. А всем остальным уже это входной билет. Прямо в аэропорту показывают. Да. Круто. Давайте посмотрим, пока Алина угощает всех пряниками, как у нее дома чтят традиции и как она живет. Внимание. Запрошаем гости до нас у гэты светлый радостный час. Калі ласка. Мы рады вітаць вас на нашай беларускай гасцінай зямлі в деревне Мільковщина на Гродненщине. И в этом году к нам впервые прилетели буслики, аисты. Свели свое гнездо в нашем дворе. Буслики как члены нашей семьи стали уже. Мы за ними наблюдали, как они росли. Зато они такие несмелые были, молодые. И нам тогда их подзадворилось. Мы хлопками, хлопочками. Да. Помогали им взлететь. Один начинает уже крылышками. Короче, один взлетел, второй на него посмотрел и второй полетел. Мы так обрадовались. У нас это был большой праздник. Они нас всегда провожали на работу, встречались с работой. Просто как ручные, просто как наши домашние животные. Этот дом мы получили 30 лет назад от колхоза «Скидельский». Большое было счастье для нас, конечно, получить этот дом. Здесь у нас свобода, здесь у нас мангал, шашлык, башлык. У нас здесь все, красота, понимаете? Первым делом, как мы сюда переехали, я на этом участке посадил это дерево, черешню. У черешни 4 ствола. Ствол мамы, папы и 2 дочери. Эта черешня стала для нас семейным деревом. Спустя время наше дерево стало болеть, и мы очень переживали, что оно может засохнуть. И нам пришлось даже отпилить один ствол, чтобы его спасти. У каждого белоруса в доме есть вещи, которые передаются веками. От прабабушек, бабушек и мам. Вот эту подушку вышивала моя мамочка своими руками и подарила мне на свадьбу. Я вот провожу по цветочку и чувствую тепло. Тепло рук. Какой труд был вложен моей мамочкой. Эта подушка такая огромная. 90 на 90. Теперь в наше время таких подушек уже не делают. А тут у нас хранятся рушники от прабабушки. Она мягкая, да, или жесткая? Рушникам более 100 лет. Рушник считался лицом хозяйки, и поэтому женщины украшали их максимально красивыми и богатыми узорами. На крестины, на родины, на свадьбу. Жито, когда уродить, тоже вышивали. Рушниками украшается не только белорусский дом, но и белорусский стол. Мы, белорусы, любим застолье, особенно семейные. Мне повезло, у меня есть жена, 2 дочки, они накрывают на стол, а мне остается только пожарить шкварочки. Обов'язково. Повинна быть шкварка, драники. И повинна быть батькова булка. Хлеб усяму голова. И мы заусёды говорим такие слова. Мирного неба,
свежего хлеба, родниковой воды и некой беды. Мы всегда по чарочке помбанем, а потом песенку закатываем на весь поселок. Чаму ж мне не петь, чаму ж не гудеть, коли в моей хаточке парадок и деть, коли в моей хаточке парадок и деть. Чаму ж мне не петь, чаму ж не гудеть, жучка на лычку хатку стерожить, жучка на лычку хатку стерожить. Ну и аисты очень красиво, мне кажется. Это наш символ. И аисты красиво. Если вы заметили, у меня даже на платье аист выше. Да. И васильки. Ага. И васильки. Ну, конечно же, наша Беларусь славится и Беловежской пущей, правда же? Ой, это да. Давайте все вместе с вами споем песню «Беловежская пуща». Очень любим. Давайте. Заповедный напев, заповедный. У нас, как сказали бы, на связи Израиль, друзья. Наши гости, группа Берур, выходит на эту сцену.